Что ж, дорогие друзья, сейчас многие из вас проходят на осмотр, и пока мы ждем, чтобы немного скрасить ожидания, я прочитаю вам стихотворение Агнии Барто, которое называется очень просто и незатейливо – «Млинчики». Всюду Павлику почет, Павлик блинчики печет. Он провел беседу в школе, говорил, раскрыв тетрадь, сколько соды, сколько соли, сколько масла надо брать. Доказал, что вместо масла можно брать и маргарин. Решено единогласно, он прекрасно говорил. Кто сказал такую речь, сможет блинчиков напечь. Но, товарищи, спешите, надо дом спасать скорей. Где у вас огнетушитель, дым валит из-под дверей, а соседи говорят, это блинчики горят. Ох, когда дошло до дела, осрамился наш герой. 9 блинчиков сгорело, а 10-й был сырой. Говорить не трудно речи, трудно блинчиков напечь. Спасибо.